Всем привет, это Максим. Расскажи про себя. Я, короче, Максим, я в Ярославле, я тут живу, вон там, вон, вот смотри. А, ну, вот вон там, вот там, да? Это я. Это Ленин. Это я посчитаю, дед мой. Я Максим Ленин. Я. Так, мне 26 лет. Скоро... Он свободный, если что. Да, я свободный, скоро 27. Я очень грустный. Дайте денег. Так, наш трип начинается с Ленина, значит. Это я посадил. А мы сейчас где находимся-то? В смысле? Ну, типа, это Красная площадь. Это что-то? Красная площадь. Вот, там пожарка. Там я служил. Максим, вот, кстати, смотри, это красивый дом. Ну, красивый дом. Кстати, да. Хочешь там жить? Я тоже хочу. Нет, я не хочу жить. В смысле? Все, понял. Пошли дальше. В смысле, не хочешь? Вот, значит... Вообще нам нужно туда идти. Все, пошли туда. Что, видимо, Максим весь волк займет. Короче, в общем, я в Ярославле уже второй день. Вчера было не на камеру. Вчера мы кушали. Вчера мы целый час картошку варили. Не я варил. Ты плита варила. Этот, пока я с самолета на поезд. Короче, так время прошло, я вообще было очень сильно устала. А картошка вкусная была? Очень вкусная. Это ж я. Да. А сейчас мы идем по аллее какой-то, да? Ну... Типа парк, я не знаю, что это. Ну тут красиво, тут молодые люди сидят, они все такие разные. Как бумажные. Он мужик, я сейчас смотри, умрет. Удивительно, конечно. Пойдем подальше. Вокзал был огромный, много было у нас своего речного флота, ракеты, метеоры, погоночные корабли. Да, все верно. Поезд на следующий музей, там какие-нибудь запланируют или хочу. Я думаю, это тоже музей. Как? Да, ты пошел, рассказывай. Значит, что это? Что это называется стрелка? А почему стрелка-то? А что ты меня спрашиваешь? Что, ты экскурсовод, что ли? Да. Вот смотри, вот медведь. А вот там не видно, там фоточка будет. Ну ты вот так вверх подними. И все. Ярославль, значит, образовался в 1010 году Ярославом Мудрым, насколько я помню. Мне хотели, кстати, назвать Ярославом, но бабушка сказала, будет Максим. Ну я Максим. Значит, смотрите. Это туда. Набережная? Это набережная, смотрите там. Там Волга. Там Волга. Я там не купался, может, не помню. Я там катался на трамвайчике. А, значит, тут брусчатка, смотри, хорошо положена. Хорошая брусчатка, очень хорошо положена. Там... Прием вечера может будет работать фонтан. Да, кстати, я на картинке видела, там типа очень клево было. Да, очень клево. Я клево, кстати, пойдем дальше. Так, день города-то уже прошел. А что, я не знал? Я не знаю. Я хотел посмотреть этот фейерверки. О, у вас еще фейерверки были? Да, они там, кстати, офигенные. Такого... Чего ты не приехал 18 сентября? Я вот еще работаю. А я что, не работаю? Работает. Всего не надо мне, ты больше говоришь, что я не работаю. А там деньги лежат? Максим, не воруй. Монеточки.
А монетки для чего? Чтобы вернуться? Я вижу рубль. А ты не хочешь рассказать, что это? Это... Сидят три девушки, вот, просят денег. А серьезно? Ну, смотри, я знаю древний русский язык. Знаешь, что написано? Ясно, Максим, ясно. Огрус. Они знают про тебя? В смысле знают? Ну, то, что кому я поехала. А, ну, как человек-то меня не знают, что человек говно. Я еду там, обосрую дом. Кстати, храм открыт с 8 до 9. Вот где-то. Всем привет. Мы в Москве. Всем привет, я в ахуе. Придется запикивать. А, мы с девочками встретились тут, со своими Dark Sister. Я, кстати, тоже девочка, если что. Вообще-то Максим у нас ярославский Йоль, потому что он похож на Йоля из Баланчанова. Я прикоплю фотку, все убедить, все посмотрят. Ага, и думает, это полтора человека. Какая разница? Вот, мы сейчас в парке Горького. Я надеюсь, там нас слышно. Вот. И мы пойдем сейчас гулять по Москве. Получилась спонтанная поездка. Сейчас сниму тебя. Красота. Кого? Вот, красота. Вон она. Сейчас, не переживай. Лицо попроще. Вот. Пока есть возможности. А чего вот она о смерти говорит, а ты ей ничего не говоришь? Ей можно. Ну, так же можно. Все, мы, короче, покушали и теперь пошли гулять. Он, не знаю, как этого мужчину зовут. Кого? Вот этот, кто и подумал. Ну, там что-то написано. Где? В общем, каждый раз приезжаем в Москву, всегда идем на старом рыбаке. Да, он уже крепче стоит. Красная площадь у меня всех сезонов была. И зима, и весна, и летом. Осенью. Да, Максим. Спасибо. Ты? Да нет. Путин, ходи. Максим, что скажешь? Я считаю, что тут красиво. Но ты красивее. Я не удивлена, что ты это сказал. Я про тебя сказал. Я поняла вообще-то. Снимаешь? Да. Хочешь, скажу, сколько времени? Час 35. Максим. А. Че, я умный просто. Вот мы идем. Вот я иду. Вот она идет. А вот там, кстати, там трупы. Вы поняли. Возможно, мой. А, тебе не исправить никогда. Да, все, я веселый. Я веселый. Я грустный. Красивое здание. Какая-то ткань. С этой стороны еще Москву-Сити я не видела. Тишина, все умерли. Все ушли. Всем привет. Вчера вы гуляли по Москве, поэтому вообще ничего не записали, ну мало, потому что сил не было, мы устали. А сегодня мы... У меня были силы. А что ты не записал? Потому что я стример. Будущий. Вот, а сегодня мы... Сейчас в Ярославле. Ну ладно, ладно. Ты дай мне договорить, да? В Ярославле. Опять. И гуляем где? Белой крепости. Что вот так? На Октябрьской площади. Из Максима так себе экскурсовод, если что. Сейчас офигенный экскурсовод. Бесплатный, зато бесплатный. Ему готовить надо. Я тебя не прошу меня готовить. Ну и все. Смотри, какие дальних маник.
Алло. Мы работаем? Ну, короче, всем привет. Я отправил Дашу в Челябинск, забрал на нее камеру, остался один. А что? Видали, как красиво? Красиво. Так. А ты это снимала? Нет. Смотрите. Я постоянно, да, надвину. Красиво. Что-нибудь другое снимай. Очень хочу поколоколить, так сказать. Даш, можно я поколоколю? Можно я поколоколю? Чуть-чуть. Чего ты отходишь-то? Резко не люблю, когда снимает. Ну, поднимем до туда. Красный. Но не совсем готическая. Я как я заказался. Видишь, он за сердце у нас. Болит сердце за Россию. Нет. Что там левый? Ты, видимо, хочешь на качельке? Это... Банки. Это очень смешно человека. Который. Че, который? Очень худой. Я. Жилистый. Девушки, пишите. Не пишите. Сопляп. Так, нас не пустят. Там 18 тысяч метров. Кому как? Да нет, 18. Ей 18. Блин, туда можно заходить? Да нет. Максим, скажи, что это за церковь? Кого? Что это за церковь? Церковь Богоявления. Это основание 1684. Максим сказал, что это готическое. Это готическое. Ты уверен? Да. Church of the Epiphany, a monument of art monument and painting. Architecture and painting. Painting. 17 часов. По-английски, извините. Вот тут, кстати, тоже. Кстати, отсюда вот этот белый крепость клево тоже смотрится. Похоже на как Кремле, Кремль в Казани. Вид за кровь. Круто, да? Блин, ну так-то клево выглядит. Она не типичная белая, а красная. Как нос Максима. Отлично же. Я, кстати, кот. Ты вообще такой орчик. Пойдем еще что-то сказать. Я говорю, она такая же красная, как твой нос. Да. А да, вот эта вот крепость белая, клево вообще. Внутри тоже классно, спокойно, тихо. Мало людей было. И... очень похоже как в Казани и как в Сергиевом Посаде, когда тоже выглядит. Ну и внутри там тоже много церквей всяких. А она работает, да, получается? Да. Ha ha ha!
Вон. А, вот. Мы на Арбате, который Максим хотел пропустить. Чё-то опять виноват-то я. Потому что ты даже не сказал, что у вас есть Арбат. Вот. 2 на 2 метра. И всё же. Даже эти 2 метра можно запихать в блок. А ты не захотел. Можно запихать, если что. Хватит. Вот это нос. В 40 лет. Кстати, у моего бати настоящего такой же нос. Никто не знает твоего батю. Я бы нашел, конечно, его. И ты бы так вставила бы его. Вот его и батя. Че? Сядет вот на это. Всем пока. Сиренево. Сиренька. Молодой человек, ничего не хотите сказать? Грустно. Сегодня все, последний день, я уже домой уезжаю. Максим грустит. Никто его готовить не будет. Никто ждать после работы меня не будет. Да. Никто кошку не покормит. Никто хорошего слова не скажет. Все? Печаль, беда. Смерть. Красиво, да? Сидим, ждем. Когда уедет поезд? Когда приедет поезд? И уедет. Без тебя. Все, я ее не пущу. Ага. Я могу одно сказать, что это был самый офигенный, наверное, один из отличных поездок, потому что я сделала то, что хотела. Я очень рада. Потому что я был. Я рад. Я вообще-то рад. Спасибо. Я знаю, что ты очень рад. Ну, считай, из петли вытащила. Ну, не из петли уж. Ну, типа. Я все домой поеду, потом до Москвы, с Москвы на самолет и домой. Ты уверен, что слышала вообще? Ну, думаю, да. Еще пропишу. Жопа. Что? Все. Мы еще там уходим с ними. Подумай, о чем-то. Не включай время. Да, Максим, давай. В общем, мы уже вышли. Все, короче, мой поезд пришел. Сними поезд. Вот он. Козел забирает у меня Дашу. Я ж приеду еще. А может не приедет. А? Ты что? Пойдем покурим. Я сейчас возьму твою сумку и убегу. Ну ладно, все вещи-то у меня с тобой. А, ладно. Что-нибудь скажешь, нет? Плохо будет? Не будет тебе плохо, тебе будет хорошо. Да? Да. Все, пацаны. Звоните. Жить. Все. Все, давайте, всем пока. Всем пока, любви, удачи. Кое-что в придачу. Я как всем любим, всех целуем. Можешь не приводить. Это будущий стример. Да, кстати, подписывайся на канал. Там лайки. Все, люблю. Все, пока.